Когда я так делаю, люди уже не встают. Завязывай в порядке играть. Делись как мужик. А еще могу предсказать, что ты будешь. Эй, тут... Как я и думал. Как ты все это блокируешь? Как сказал, я знаю все, что ты собираешься делать. Ты дурак или торба? А научи меня... У тебя энергетический меч? Хочешь, чтобы я умер так, от зависти? И как же... Сработать? Ага, он копирует меня. Ну как? И когда ты поймешь, что это не работает? Подражатель всегда уступает оригиналу. Я опять долб ему. Эй! У тебя есть еще трюки в рукаве, да? Мне понадобится больше данных, прежде чем я смогу выполнить контракт. А у меня есть все нужные данные. Я задал тебе жару, ты убежал, вывод, ты проиграл. Еще нет. В городе тебя ждут другие испытания. Когда я увижу, на что ты способен, мы поговорим о втором раунде. Я так стараюсь всем понравиться. Почему они всегда лезут в драку? Ну что ж, а вы находитесь на канале Asmodee Play. И вот так получилось, что мы нарвались на одного... злодея. Так, давайте собираем значки. Лично платят за работу, пока ты итак не остановишь. А тебе-то что? Давайте посмотрим, это у нас последнее испытание. Надо следовать за дроном. От этого бригадира. Они однотипные. Да следовать за дроном, обезвреживать бомбы. И за эти вот мы получаем вот то, что я прокачать не мог. Вот. Шоу окончено. Жетон это. Давай. Неплохо пока получается, да? Я должен спешить. Теперь можно поймать дрон. Тихо, 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 тихо. И вот так, поймали. Неплохо. Посмотрим, появится этот подражатель. Неплохо, это плохо. Три жетона. Гаджеты. Так, это что у нас? Противник, отброшенный ударной волной, оплетает врагов, с которым столкнулся. Так, но я не могу прокачать. Это не открыто еще. Так, вот молния. Молния. Так. Ну пок. Это у нас увеличивает дальность отбрасывания. Ну давай вот так вот.
На молнию уже не хватает. Ну, ничего страшного. А, и навыки. Одно очко навыков. Ну ладно, подождем еще. Может, он на нас нападет. Давайте телепортируемся. Вот сюда. Ну что, давайте посмотрим, что нам преподнесет судьба. Знаешь, что мне в тебе нравится? Ты все время совершенствуешься. Спасибо, мой жуткий преследователь. Можешь звать меня бригадир. Потому что ты все норовишь поручить мне что-то. Я так и понял. Группа наемников совершает преступления по всему городу. Скажи-ка. Ну это не твои же наемники, что ты расстраиваешься-то? Вау, какое зрелище. Хэллоуин? Мне костюм не нужен. У Дилани внешность одного из моих злейших врагов. Пора выяснить, какого именно. А что, обязательно так грубить? Так, мы сюда зайдем. Будем искать здесь. Ну, скелет, это банально. Все в костюмах. Мои люди. Комедиант. Фальшивка. Вот это я. Доктор Дилани где-то здесь. Надо найти его раньше Ли. Так. Эй, гляньте-ка, мы братья-пауки. Ну-ка. Простите, вы доктор Дилани? А, Человек-паук, мой давний враг. В этот раз не возьмешь. О нет, дым. Что же мне делать? Пришел твой конец, Человек-паук. Блин. Теперь ты мой. Пау-пау. Эй, да что с тобой? Я неделю работала над шлемом. Я должен найти доктора Дилани. Он где-то на вечеринке. Ты кто такой? Дружелюбный Человек-паук. Дружелюбный же, самое главное там. Так. Угадай, Диклана, кто... Вроде в порядке. Кто прячется. Ничего себе. На нем трещина. Может, получится отполировать. Так, узнай сегодня ночью на вечеринке в честь. Татар! Татар! Все, ешьте, деточки! Это что за клоун? Я не слышу вас! Так, я даже не прыгаю, да? Ушвыряющий леденцы тип может быть Дилани. Нужно найти способ подняться туда. Да, мужик! Да! Это куда я бегу? Никакой паутины. Как мне туда подняться? Как это никакой паутины? Понятно. Приблизительно мы поняли как. И оп. Мне нужен Айзек Дилани. Мне кажется, он на танцполе. Да вот он. И ящерица в халате. О, вакцину! Точно, там же был у Человека-паука еще же ящер был один. Давай еще! Немного... Эй, сюда! Он даже не прыгает, блин. Давай шевели колготками. Смотрите, это мальчик. Раз я твой враг, давай драться. Давай потом. Что такое, слабак-паук? Боишься моего могучего рога? Эй, вы кто? А? Что? Судя! Драка, прикончи его, Человек-паук! Ой, да уйди ты, клоун! Что за черт? Вот черт! С ума сойти! Да!
Так, а надо спасать докторишку. Пилюлькин, жди меня. Заходим. Вы не звали, а я пришел. Я всегда на шаг впереди. Эй, полегче. Скажите, что вам надо. Это розыгрыш, да? Это же не пушки. Назад, быстро! Ну вот тебе и разыграли, как тебе по морде-то. Хопа! Всем пригнуться! Боже мой! На! Не убивайте! Да подожди ты! Сейчас я люлей навешу, подождите, по-быстрому. Так, подожди. Где у меня? Вот она. Ага, ударная же паутина на тебя не действует, точно. Ну-ка, шоковая. И шоковая не действует. На, тогда вот так. Все в порядке? Да. Хорошо. Веселого Хэллоуина. Нет. Шарик не лопнул. Извините, я по своим паучьим делам полез. Ползем. Чао, чао, кау. Дон Джин Пин. Хопаньки. Да подожди ты. Подожди. На. 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 Чё, всё что ли? Куда увели Дилани? Так. Вон, что-то там есть. Вот куда его увели-то? Его же сюда завели. Я видел, там где-то заползти можно. Доктор Дилани. Куда вы меня тащите? Давай за ним вперед. Поворот. Аккуратнее надо быть, аккуратнее. Кто вы? Вы недавно начали работать с кем-то в Оскорб. Откуда вы знаете? У нас нет времени, Айзек. Назовите имя. Имя, сестра. Чё за хрень ты вот вытворяешь? Со светящимися глазами. Как негатив. Шоу окончено, Ли. Так, он из них бомбы делает, нет? Или силу их забирает? Уже не окончено. Так как эта вся система работает, я понять не могу. Его имя. Доктор Морган Майклс. Бам. Сейчас застрелится сам. Да? Нет! Так, что-то какая-то сила воли, слабохарактерность. Что влияет на это?
Так, люлей всем навяжи, правильно. На. На. Ой. На. Разобрался. На. Надо найти Ли. Пока все идет нормально. Давай открывай. Не тормози, сникерсни. Че, просто яростью наполняешь? А, вот как надо. Понял. Давайте им навредить друг другу. Да смать бы заживет! На. Что Ли сделал с ними? Так, а куда мне надо-то? Ну и опять этот... Чё ты там говоришь, я твой враг был, да? Ну давай. На. Извиняюсь. Да подожди ты. Это для вашего же блага. На. Подожди-ка. Да блин, ты запарил меня. Олень безудержный. Хотел драки, получай. Вырубили оленя. А, это носорог, тоже не олень, это же носорог. Носорог, рок, рок идет. Крокодил, дил, дил, плывет. Да, это я. Потом расскажу. Сейчас ты должна найти доктора Моргана Майклза. Мартин Ли идет за ним. Я поняла. Моргана Майклза, ладно. Человек-паук, кто такой доктор Майклз? И да, и нет. Соболи заявили, что держат его под защитой где-то в городе. Но не говорят, где именно. Я думал, вы работаете сообща. Я тоже. Ладно, есть идея, как его найти. Сработает, дам знать. Так, а у нас тут где-то что-то есть? Нет, где-то что-то было у нас. Нет, ладно. Так, а что за идея-то какая? Ты со мной делись этими идеями. Так, навыки. Прыжок. Ну давай, ладно. Задания, гаджеты. А, у меня этих-то нету, ладно. Знаешь, что мне в тебе нравится? Знаю, знаю. Все тебе во мне нравится. Я просто неотразимый красавчик. Все время совершенствуешься. Спасибо, мой жуткий преследователь. Можешь звать меня бригадир. Потому что ты все норовишь поручить мне что-то? Я так и понял. Группа наемников совершает преступления по всему городу. Скажи-ка, а эти наемники, случайно, не твои наемники? Нет. Я знаю только, что им отлично платят за работу, пока ты их не остановишь. А тебе-то что? Буду наблюдать, изучать. Теперь в городе доступны новые типы испытаний. Подождите, новые типы испытаний. Давайте сходим, посмотрим, что это за испытания такие. Вот отсюда, самого дальнего начнем. Потому что главной миссии пока нету. Эй, ты нашел доктора Дилани? Да, но Ли это сделал первым. О нет, что случилось?
Ли исказил его, и тот покончил с собой. Какой ужас! Мы должны его остановить! Да. Перед смертью Дилани назвал Ли одно имя. Морган Майклс. Морган Майклс? Кто он такой? Точно не знаю. Но вроде бы он работает над проектом Дыхань. Давайте. Собирается убить дипломата. Да что такое? Блин. Нужно остановить этих наемников. На, на. Подождите, не спешите. Да. Все, нет. Давай. И на. Надо по-быстрому, да, с вами? Да. Или тут без времени? А, нет, время есть. Подожди. На. Все, нет. Хорошо, но не супер. Надеюсь, я не подвел. Да нормально. Достаточно остановить преступников. Нет нужды убивать их. Не жалей соперника. Я тебя жалеть не буду. У парня проблемы. Ну так, давайте я пока... МДЖ, я тут. Пройду дополнительные задания. Мне нужно задание. Сразу знать, то... Блин. Раз ты знаешь мои приемы, тебе известно, что я тебя сделаю. На меня опять напал. Если получится. Так. Ну подожди, сначала бежим. Я о тебе много слышал, и мне никто не говорил, что... Никак не в парке драться с тобой. На публику играет. Может, еще поучишься? Давай, давай, давай. Вот уже ближе. Подожди. На. И еще раз заметишь, когда я тебе врежу. Для новой попытки. На. Блин. Используй мои приемы. Давай, вали его. Тебе платят, чтобы ты меня убил или завербовал. У тебя ни то, ни это не выходит. Может всегда блокировать. Да тихо ты. Эй, как только Человек-паук может. Давай-ка. Эй, тут дымить не положено. Хоть что-то подобрать. Что воровать, нехорошо. Нужно обойти его защиту. На. Так, я его захреначил. Ну и кто же ты такой? Учеба закончилась, бригадир.
Почему ты меня преследуешь? Одна организация наняла меня выяснить, достоин ли ты вербовки. Лучше стать личным массажистом Джеймсона, чем работать на твоих нанимателей. Ну, кстати, неплохой воин. Они платят шестизначную зарплату. Хотя некоторые люди заслуживают нищеты. Шестизначную? Не. Не, не соблазнился, не поддался. Ладно. Пойдемте. Нас ждет главная цель. А то с этими доп-миссиями пока еще не, ну как, разобрался, но гаджеты свои прокачал вот. Осталось только, ну там по ходу сюжета они, видимо, разблокируются некоторые. Потому что до конца не мог одну это раскачать. Так, я знаю, как попасть в офис Нормана. Прежде чем идти туда, нужно отключить охранные системы. Но если меня заметят, то все перекроют. А ты не попадайся. Вор не тот, кто ворует, вор тот, кто попался. Так. Думаю, я смогу взломать защитные модули, находясь снаружи. Давай. Это сетевые кабели. Надо проследовать за ними к защитному модулю. Ага. Ну, пойдем. А, защитный модуль. Так. Кажется, в здании их 4 штуки. Так-то лучше. Ага, тут еще и на меня готовят. Группа охраны, ответьте. Операцию. Команда Соболь Альфа ждет приказа. Похоже, перебои с электричеством. Понял. Следите за внешним периметром, пока мы ищем причину неполадок. А я-то думал, будет легко. Ой-ой-ой. Это что за мини-игра такая? Всем группам Соболя. Похоже, у нас сбой в программе. Вызываем специалиста. Вас понял. Продолжаю обход по внешнему. Вот так. Там второй модуль. Давай. Всем агентам. Кто-то берет под контроль наши системы. Запускаю протокол Дельта. Черт, в наши дни дроны есть у всех. Да че твою, что мать-то творите вы? Группы Соболя, доложите обстановку. Внешний периметр, все чисто. Вы все еще считаете, что это программная проблема? Мы оцениваем ситуацию. Сохраняйте текущий уровень тревоги. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Еще два модуля. А че вы так ужесточили-то систему-то? Всем группам Соболя. Против таракана одного. Вероятность, что к нам проник нарушитель. Мы анализируем данные. Будьте начеку. Вас понял, контроль. Стоять. Вот он. Проклятие. Еще одна подсистема отключилась. Че еще? Проверить внешний периметр 85-го. Вас понял. Птичка на подлете. Вперед. Ну ни хрена вы даете. Я тут занят. Слушай, я, кажется, знаю, где Чарльз Стэндиш. Думаю, я смогу его разговорить, если доберусь до него. Он знает о докторе Дилане и, вероятно, о Моргане Майклзе тоже. Хорошо, только не делай глупостей. Кстати, о глупостях. Надо найти последний модуль. Так. Ой, как я обхожу все это дело. Давай, только вверх, вверх. Вверх. Вот он. Последний. Взламывай, давай. Все. Теперь можно заглянуть в офис Нормана. Надеюсь, я узнаю о Майклзе и дыхании дьявола. Внешний периметр чисто. Перейдем к режиму блокировки. Не сейчас. У мистера Осборна важный разговор по телефону. Продолжайте наблюдение. Там должен быть кто-то. Тут ничего, только мы, пауки. Вот именно. Только пауки. Аккуратненько ползем.
Заглядываем во все щели. Я на шаг впереди тебя, Уилсон. Мои люди проверили все твои файлы. Если ты попытаешься раскрыть детали той сделки, это будет твое слово против моего. А за решеткой не я. Минутку. Норман говорит с Уилсоном Фиском? Статуя Нио? Ты вообще о чем? Статуя Нио с аукциона. Вероятно, они говорят о папке, найденной МДЖ. Так, ну что, давай выходи. Джекпот. Что-то у него прям система на системе тут все. GR-27. Научный руководитель доктор Морган Майклс. А вот адрес лаборатории убран. Так. Структуры ДНК с искусственным интеллектом? Если это работает... Это что, робот? Это же лекарство от любых генетических болезней. Муковисцидоз, хорея Хантингтона. С ума сойти! Мыши померли. Жуть. О! Это вакцина, да? Это дыхание дьявола. Создавалось как лекарство, но в нынешнем виде больше похоже на оружие. Единственный образец Майклс всегда держит при себе, потому Ли и хочет до него добраться. Где Майклс, там и дыхание дьявола. Так, а теперь сваливать надо отсюда по-быстрому. Потому что чувствую, нас спалили. А нет, смотрите-ка. Привет, Пит. Как дела? Как красиво наша саванна с высоты птичьего полета. Не оружие. Оно создавалось как лекарство от генетических заболеваний, но в нынешнем виде оно настолько сырое, что убивает тело, пытаясь его вылечить. Надо найти доктора Майклза. Нельзя доверить Соболю такую опасную субстанцию. Возможно, я нашла зацепку. Чарльза Стэндиша держит на базе Соболя в Центральном парке. Если кто и знает, где находится Майклс, то это финдиректор Аскорб. Я пытаюсь добраться до него. Добраться? Там же полно охраны! Как ты собираешься добраться до него? Очень-очень тихо. Мне пора, партнер. Проникнуть в логово Соболя. Это может кончиться плохо. Мне нужно в Центральный парк. Давай. Центральный парк. Я немножко телепортирую, чтобы было поудобней и покомфортней. Ну давайте. Вот мы в Центральном парке. Еще прыжок. Ха, похоже, это док. А здесь у нас драка была. Потенциалом в плену. На кого смотрю? Где же ты, МДЖ? Черт. 15 минутами ранее. Ну конечно, надо же ввязаться в передрягу. Там же полно охраны. Как ты собираешься добраться до него? Очень-очень тихо. Мне пора, партнер. Стэндиш где-то там. Телефон не забудь на беззвучный поставить. А то будет пиликать. Пора испытать приманки Пита. Та дырка в заборе выглядит многообещающе. Надо только отвлечь охрану. Так, враги зеленого контура находятся в зоне обнаружения. Ну давай посмотрим. Надо уходить. И быстро. Пойду проверю гостя. Понял. Гость. Видимо, это Стэндиш. Он где-то здесь. Ага, ты не слышишь, да? Надо отвлечь его от лестницы. Значит, вы далеко не слышите эти гудки, понятно. Сверчков этих. Что это? Демоны убивают всех, кто связан с дыханием дьявола. Стэндишу грозит опасность. Это надо сфотографировать.
поймала. Надо идти. Так. Аккуратней. Вот как они тут в парке развернули эту лабораторию? Стендиш, я так и знала. Надо попасть в эту палатку. Слазь. Стендиш под контролем, мэм. Заблокируйте всю связь. Никаких утечек в прессу про Майклза или дыхание дьявола. Есть. Она нервничает. Похоже, Стендиш знает что-то про доктора Майклза. Черт, генератор накрылся. Он скоро вернется. Идите ремонтировать. Перевозят его. Надо узнать, куда, пока мы не потеряли след. Блин, с другой стороны. Заводи машину. Надо было быть в городе полчаса назад. Понял. Выезжаем. Грузовик сейчас поедет. Будет мне прикрытием. Вперед, вперед. Давай, давай, давай. Получилось. Идем, идем. Осталось-то чуть-чуть. Группы Браво и Чарли готовы сопровождать доктора. Вот так. Блин, столько солдат на какой-то там участке. Кажется, как вообще там оказались? Убежища. Если доктор Майклс в одном из них, Стендиш может знать, в котором. Вот палатка Стендиша. Не верю, что Майклс просто носит с собой дыхание. Опять? Да что не так с этим светом? Да вот. Все не так с этим светом. Двигайся. О, опасно. Но я уж почти прошел. Ну, давай. Осталось-то чуть-чуть. Давай. Аккуратненько. И вот здесь я как-то попался. Вот так. Чарльз Стендиш? Мать моя! Чарльз, где доктор Морган Майклс? Вас прислал Ли. Так ведь? Ни хрена. Нет. Он хочет меня убить? Скажите, чтобы он сделал это сам. Я не работаю ни на демонов, ни на Соболя. Я журналист. И я хочу остановить Ли, как и вы. Пресса. Пресса. Я читал ваши статьи. Соболь не послушает. Она отправила Майклза в Бауэри. Завтра в полдень его перевозят в новое укрытие. Но она забыла про центральный вокзал. Центральный вокзал? Демоны говорили об этом, когда захватили меня. Они пойдут туда, чтобы... Чтобы что? Что им нужно на центральном вокзале? Это же... Что за... Чарльз! О! Что за это черт? Не человек, Соболь. Определенно не человек, Соболь. Прости, вырубился, не успел договорить. Ладно, погоди. Он что-то знает. Ну вот так вот, мы уже ушли. Adios, amigos. Все, ты иди домой, готовь. Это был один из самых неуклюжих прыжков в моей жизни. МДЖ недовольна. Ничего страшного, переживет. Так, у нас очко навыков.
Что это у нас такое? Чтобы бросать ракеты обратно во врагов. Ну, тоже неплохо. Возможность забивать слабых врагов подряд. Так, это что, повышение мощности удара? Ну, вот это что? А вот это вот прокачаем. Осталось немножко гаджеты. О, гаджеты можно прокачать. Ну, значки есть, все есть. Осталось только. Ну, осталось только получить их. Ну что ж, на этом все. Да, ладно. И еще. Новое побочное задание. Ну и ладно. Сбиваешь человека с ног, пускаешь мое расследование под откос. И все, что ты говоришь, это прости, Чарли? Это у тебя шутки такие? Что? МЖ, нет, я облажался. Хотел разрядить обстановку. Разрядить обстановку? Ха. Ты понимаешь, что именно из-за этого мы расстались? Я думал, ты хотела сосредоточиться на карьере. Мы расстались, потому что ты обращался со мной как с ребенком. Не делай то, МДЖ, не делай это, МДЖ. Это слишком опасно, МДЖ. У меня нет паучьих суперспособностей, но я не хрустальная. Ты пробралась в середину вооруженной базы. Может, не будем сейчас об этом? Ладно? Узнала что-нибудь о докторе Майклзе? Хорошо. Майклз где-то в Бауэре. Соболь будет перевозить его завтра в полдень. Круто. Что-то еще? Кажется, перед моим появлением он говорил о центральном вокзале. Он... Нет, ничего такого. Послушай, мне надо идти. Материал горит. Хорошо, беги. Питер, ну что ж. Значит, она все еще злится. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите колокольчик, не пропустите следующие выпуски. Ну а сейчас... Я закипаю. Пока.